И да как можно быть довольным такой игрой, когда 50 моментов не забил и довольно ничего и быть, жесть. Так легко было с ними играть. Я клянусь, сколько играю в ЛФЛ, жесть, 3-4 года, жесть. Так легко мне ни с одной командой не было играть, жесть. Здесь можно было просто иди и забивай, жесть, сколько по кайфу. Я не знаю, жесть, бля, столько моментов, я извиняюсь за, бля, столько моментов, как можно не забивать, эй, хватит, да, тормозите уже, сердце болит, бля, забейте, да, говорю, эй, что по кайфу делать? Вот это тоже балбес, блядь, Омаров, Мухаммад, натуральный балбес, жесть, блядь, симулирует, ложится. Я говорю, эй, удар, да уже, бас, отдай, что-нибудь сделай, бля, нечи, блядь. Бар, жесть, натуральный, что еще до него сказать, я не знаю, жесть. Клянусь, вся злость на этого человека у меня, одного жесть. Больше всех одного, блядь, целый день кушает 24 на 7, блядь, на квартире. Говорю, эй, хавать перестань, ты, блядь, играть не сможешь, блядь. И на футбол идет, еще печенье закидывает, идет жесть, блядь. Я говорю, эй, хватит кушать, че, обостройся где-нибудь, мне. Шамиль, ты че за красавчик, ахэ? Вообще вот так нас сними, блядь, это что за лев, жесть? Как можно жесть в команде, блядь, я не знаю, вот так клянусь, как с ними было легко играть, я клянусь, я в жизни такой легкой командой не играл, жесть, они, конечно, я уважаю этих пацанов, потому что это Артуров, это моего друга команда, жесть, ну я не знаю, жесть, бля, у них тоже аут скинут гол, жесть, я не знаю, каждый матч у нас, по-моему, курьезный. Аута вот как вы пропустили? Латарь тронул пальцами мяч, оказывается, я, а зачем трогаешь? Потом латарь бьет, подпрыгивает, пропускает мяч. Бля, что сказать, я не знаю, нет слов у меня, брат, жесть, я уже, я скоро с ума сойду с этой командой, если они вот так же продолжать будут, жесть. Если с такими командами, которые на 17 месте очки теряют, куда вы хотите вышку выйти, вышки что там делать, жесть, кукурузу охранять, что ли?